Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Сотрудники фонда вновь столкнулись с радостной новостью, что фонд вновь выиграл очередной грант до благотворительного фонда «Абсолют помощь» в специальной номинации. И этот грант, этот проект направлен на то, что юные волонтеры, мальчишки и девчонки на протяжении года, хочу отметить, что реализация гранта начнется с 1 октября 2022 года и закончится 30 сентября 2023 года. В рамках проекта ребята проведут ряд благотворительных мероприятий. О всем этом будут рассказывать сами волонтеры. Они через средства массовой информации, через свои сюжеты, которые они сами снимут, они будут вещать людям о добром и прекрасном. И как можно большее количество людей, жителей нашего города, привлекут к этому направлению. Этот грант, он что позволит? Не знаю, расширить. Он позволит в первую очередь расширить, может быть, как-то территориально. Плюс мы приобретем еще необходимое оборудование. У нас сейчас его не очень так, да, много, и оно является непрофессиональным. Но мы выходим на новый уровень, чтобы делать качественно и профессионально. И чтобы у нас волонтеры даже монтировали ролики уже на уровне профессионалов. Мы стремимся к этому.